Дискурс – это такая странная штука. Это вот как кол, который вбивается в человека, в человеческое, да, и вокруг которого начинают нарастать какие-то напластования, и начинается вот это странное взаимодействие этих наросших, значит, этот... У меня был случай, что мы были на учениях, и мы строили эти... как их военные полевые госпиталя. Вот. Ну, они там сделаны, я вам скажу, из материалов так себе. И значит, мы этим какие-то палки металлические сбивали одну в другую. Вот. И отлетел оттуда кусочек железа, попал мне в глаз. Вот. И да. Ну, я что-то промыл, ну, он поболел, перестал. Вот. А потом через месяц или через сколько-то неделю уже мы вернулись с учений, и с лекции выхожу, вот, и мне так товарищ говорит: а что у тебя с глазом? Я подхожу к зеркалу, бордовый весь целиком. Вот, а стружка туда упала металлическая и заржавела в глазу. Вот. И ржавчина пошла по глазу. Потом операции делали, очень страшное дело. Так вот, слово падает в как бы почву социальных отношений, всех этих итераций и так далее, и начинает там ржаветь, образовывать вот эти вот какие-то... Вот. И дальше мы все реагируем, мой организм среагировал на ржавчину воспалением глаза. Вот. И вот так, собственно говоря, у нас с вами... строится жизнь вокруг этих как бы попавших в нас культуры стружек. Вот. И если мы хотим понять, на самом деле, что такое мышление, значит, вот, как бы поток утверждений, знаний, практик вокруг тех или иных сущностей, вот, обозначенных как сексуальность, как идеология, как семья, как любовь, как дружба, как успех, как работа, вот, и так далее. Как только мы вот как бы это поймем, как счастье, целый дискурс есть счастье. Я вам много про него могу рассказать. Вот, значит, как только мы поймем, мы сможем как бы освободиться от этой зависимости, от этих вот, как бы сказать, влияний на нас. Вот. И задача, мне кажется, суперважная. Вот. Найти ключи к дискурсам, которые определяют нашу жизнь, и начать подкручивать наши дискурсы таким образом, чтобы мы, с одной стороны, обрели большую степень свободы, с другой стороны, могли мыслить те области, которые чрезвычайно для нас значимы по тем или иным причинам.